Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. С вами Елена. Сегодня я получила очередную посылку с клематисами. Очень многие у меня заказывали клематисы. Тайга, друзья. Вот, я, конечно, начеренковала, сколько я в прошлом году со своего куста начеренковала, но я не знаю, как это все перезимует. Нынче весна у нас просто отвратительная. Снег выпал на мерзлую землю. Вот, вода не уходит толком, то есть, сами видели, кто наблюдает мои ролики, я тут убирала и потоп уже, я говорю, наверное, целую неделю черпала из теплицы, потому что вся вода идет в теплицу, вот, и то, что сейчас находится под снегом, то есть, я имею в виду вода, она просто никуда не уходит, я боюсь, что как бы мои черенки, которые я укореняла, как бы они не выпрели, это все-таки черенки. Вот, буду надеяться на лучшее, конечно. Вот, я заказала посылку, заказывала посылку еще полгода назад. Вот, специально заказывала тайгу. Вот она мне сейчас пришла, не так много саженцев, но они пришли. Вот такие вот хорошие саженцы, смотрите. Отличные просто. Посмотрите, сколько уже проснувшихся почек. Посмотрите, выше, выше. Вот они дальше просыпаются. Вот я вам показываю. Это клематисы двухгодовалые. Клематисы третьей группы обрезки. В общем, цветут на побегах текущего года. Цветки все махровые. Тайга, это у нас японочка. Кто знает, да? То есть очень интересный, красивый сорт, который завоевал, как говорится, серебряную медаль. Вот в Японии на выставке, то есть очень красивый, очень многие за ним гоняются, за именно тайгой. Также сейчас хочу вам показать, это Столвик Голд, это княжик, очень интересный, необычный сорт, хочу сказать, что оставлю себе тоже, листва у него желтая идет, то есть не как у обычных княжиков зеленая, да, здесь листва идет чисто желтая и фиолетовые цветки, такие колокольчики, очень красивый, необычный сорт, очень красиво смотрится, фотографии обязательно вставлю. Княжик, он очень неприхотливый, достигает до 4 метров высотой. Вот. Обрезки никакую не надо делать. То есть это клематис, конечно, для таких, кто не любит заморачиваться, да, с клематисами. Посадил, как говорится, и забыл. Он одеревеняет, то есть на арке, и потом весной начинает распускаться. Да, вот как девичий виноград себе ведет, как лимонник, то есть вот точно так же ведет клематис. Княжик сибирский, то есть очень красивый, необычный сорт, хочу сказать, очень даже популярный, друзья. Вот Столвик Голд, княжик. Также хочу вам предложить, это тоже клематис третьей группы обрезки, называется пенил, очень необычный, очень красивый, это из новиночек, друзья, тоже посмотрите, какие уже хорошие идут, просыпаются. Клематис двухгодовалый, уже вот в таком контейнере идет он. Фотографии обязательно вставлю, очень красивый такой, знаете, необычного цвета, прямо в нем несколько расцветочек. Вот, достигает в длину до 4 метров, вот. Цветки у которого 8-9 сантиметров в диаметре. Достигает, да, я вам говорила, до 4, 3-4 метра, друзья. Вот такой вот красавец. Относится к третьей группе обрезки. Это тоже клематис, как вам сказать, для ленивых, да. Обрезал, как говорится, и все, да, не надо не закрывать ничего. Мне очень нравятся клематисы третьей группы обрезки. Конечно, они что третьей, что первой группы. Ну, также у меня есть и второй группы обрезки, то есть я как бы с ними тоже научилась, как с ними работать, поэтому вот, все клематисы красивые по-своему, конечно. Вот. Ну и также я еще раз говорю, остались у меня еще прострелы немножко, да, потому что люди разобрали прострелы, у меня осталось 3 расцветки, то есть фотографии ставлю, хорошие, посмотрите, отростки, очень хорошая корневая, растение уже двухгодовалое, которое уже в этом году будет цвести,
Вот. И остались у меня 4 вида еще тоже там, где по одному, где по 2 корня. Вот. Морозники. Морозники. Кто любит морозники, друзья, это вот я вам предлагаю. Одного сорта уже нет, разобрали, поэтому вот 4 сорта. Постараюсь фотографии вставить. Но вы видите, растение очень хорошее, корневая, прямо мощная. Не буду доставать, сейчас показывать. То есть, как бы я и так, ну, в прошлом видео показывала, какие корни хорошие. Вот это я вам хочу предложить. Также есть у меня будлеи, мои черенки, которые я черенковала. Сейчас покажу. Вот такие вот хорошие уже наросшие кустики. Посмотрите, будлея. И недорого. То есть будлея фиолетового цвета. То есть содержу я сейчас свою будлею в, ну, в большом горшке. Весной, как минуют заморозки, я высажу ее. А осенью снова в горшок и в подпол. То есть я сейчас сохраняю будлею так. Потому что я живу в Сибири. Вот, и не всегда у нас сохраняется будлея. Первый год, да, сохраняется. На второй может просто выпрясть. Вот, поэтому меня научили блогеры, садоводы-любители, что Лена говорит, если ты в Сибири живешь, конечно, для будлеи это где-то на юге она растет и так, да, без всякого укрытия, без всего. Вот, делай, говорит, сажай сразу в контейнер, и, ну, в горшки, и будет все у тебя хорошо. Вот такие вот, друзья, дела. Ну и все. Кто заказывал у меня клематисы, тайга в особенности, я говорю, вот, заказывайте княжики, очень красивый, я говорю, очень необычный сорт, я просто вот прямо влюбилась, когда увидела и заказала их, заказала тоже несколько штук, поэтому я вам просто рекомендую. Экзотика, это просто настоящая экзотика, желтая листва, фиолетовые цветы, но это просто шик какой-то, пик, красота из красотищ. Ну и все, друзья, кому понравился мой ролик, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем вам хорошего настроения, тепла и добра, друзья, и до новых встреч. Пока-пока.